изучим подробнее. Смотрите, самка тарантула сделала себе кокон. Ну, одним глазом смотрит на нас. Значит, во время того, когда она делает кокон, самки тарантула закрывают вход в свою ямку и охраняют его. Вот такая красота. Смотрите, видно, как он дышит. Он двигается и выходит. Какая красота, смотрите. Она смотрит на нас. Давайте я попробую еще чуть пошевелить. Где эта ямка? Немножко. Сильно не будем беспокоить. Будет ли она нападать или не будет? Ого, у нее клыки, конечно. Такое, если укусит, то хана. Смотрите, смотрите. Смотрите, как он держит. Сфоткай. Клыки почти пол сантиметра. Она чересчур агрессивная, это самка. Какая ж красота. Охраняет свой кокон. Ладно, все, отдыхай. Молодец, заметил, что у меня